Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин, и сегодня мы поговорим об одном очень любопытном эффекте, который открыли новосибирские ученые, специалисты в гидродинамике Гольштик и Сорокин в 1966 году. Их статья называется «Вращение цилиндра на границе струи». Ну, мы решили повторить их опыты, и для этого собрали такую простую установку. Значит, основную часть ее составляет вот этот цилиндрик из пеноплекса, очень легенький, закрепленный на двух иголочках. И вот я его вставляю между двух держателей, так что он может легко вращаться на иголках почти без трения. Ну и в опытах Гольштика и Сорокина они использовали водяную струю, которая обдувала аналогичный цилиндр. А мы будем использовать воздушную струю, создаваемую вот этим феном. Цилиндр вращается в воздушной струе очень быстро, делая несколько десятков оборотов в секунду. Поэтому параллельно мы будем показывать его вращение, замедленное в 16 раз. Включаем фен и начинаем медленно приближать струю к цилиндру. И вот цилиндр вращается как мельничное колесо в вашу сторону, и это понятно. Но опустим цилиндр чуть ниже, и он начинает вращаться в обратную сторону. Если цилиндр завести в струю целиком, то он останавливается и не вращается ни в ту, ни в другую сторону. А теперь я пройду снизу. Итак, вот он вращается как обычно, а теперь разворачивается и вращается в противоположную сторону. Это и есть эффект Гольштика-Сорокина. Из фена вылетает достаточно широкая струя, но при этом у этой струи резкий край. И когда мы погружаем цилиндр незначительно, то на край цилиндра действуют вязкие силы, которые закручивают его по направлению потока, ну, стало быть, против часовой стрелки. И здесь все понятно. Почему же, когда цилиндр погружается в струю примерно наполовину, направление его вращения меняется на противоположное? Конечно, понятно, что теперь часть воздуха обтекает цилиндр сверху. И эта струя, она достаточно узкая, раскручивает его по часовой стрелке. Но нижняя струя широкая, она гораздо сильнее. И вроде бы цилиндр должен продолжать вращаться против часовой стрелки. Впервые объяснение этому явлению дали Лаврентьев и Шабат в своей книге «Проблемы гидродинамики», которая вышла в 1973 году. И состоит оно в следующем. Когда воздух обтекает цилиндр, за ним образуются два вихря. Причем, поскольку обтекание цилиндра несимметричное, вихрь, который раскручивается вязкими силами со стороны широкой струи, он вращается вот в эту сторону, а узкая струя дает гораздо меньший вихрь. Большой вихрь, в свою очередь, действует на цилиндр в этом направлении, а малый вихрь противоположно. Ну и получается, что за счет того, что этот вихрь больше, силы, действующие с его стороны, они тоже оказываются гораздо больше и раскручивают цилиндр по часовой стрелке. И, конечно, это объяснение аномального вращения цилиндра модельное. Реальное обтекание гораздо сложнее, вихри могут быть не настолько устойчивыми, сноситься по направлению потока, а затем снова образовываться за цилиндром. Но, во всяком случае, это пока что единственное убедительное объяснение, которое обеспечивает наше понимание явления. А теперь мы посмотрим, как вращается в воздушной струе обычный теннисный шарик. Значит, вращаться может не только цилиндр. И я знаю, что некоторые думают, что это проявление эффекта Магнуса. Но теперь-то мы знаем, что это проявление эффекта Гольштика-Сорокина. И я хочу задать вам вопрос. А как можно применить на практике этот эффект? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на YouTube.